привет! Я Фарахов Ильдар. Я выиграл поездку с Гочи. Вот только что прокатились. Но это просто великолепно. Гочи лучший. Фейл Крю Дарксайд. И несмотря на надпись в протоколе, безусловно, местный парень, который вырос здесь, на Красном кольце, и как гонщик, и как человек, безусловно, трехкратно. Кулачки, стиснуть зубы и стать победителем вместе с нами. Я напоминаю, что... Вещается Тивадар за Николаем Горковенко, и Николай ошибается, реже через ногу, переклад такая размазанная, здесь очень серьезная потеря скорости, но тем не менее продолжает движение у пилота, как раз Тивадар мог подъехать, пользуясь этой небольшой неточностью своего соперника, и они уже возле Z4, и остается собрать внутренний клей, переложиться, и очень близко там Рома Тивадар, по крайней мере на этом ракурсе так. И Вахтин устремляется за Гочи, но андерстирит там жестко Альтезу и прекращается движение в управляемом заводе. Вахтина пытается снова. Прижмись, солнцезащитные очки.